В воскресенье 19 декабря на участке Варшавской трассы от Киева до поселка Гостомель столкнулись 5 автомобилей, обломки которых разбросало по дороге. В аварии пострадали 3 человека. ДТП произошло примерно на 3-м километре из-за водителя Audi, который пытался опередить поток машин по обочине, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Двое мужчин в Audi получили множественные травмы и были госпитализированы. Один из них в момент ДТП вылетел через лобовое стекло из автомобиля. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.